Далеко за пределами Казахстана известны трудовые успехи коллектива Ермаковского ферросплавного завода. Недавно здесь вступила в строй действующих последняя плавильная печь, дающая ценный металл ферросилиций. Бригадой плавильщиков руководит опытный металлург, коммунист Борис Георгиевич Буле, работающий на заводе со дня пуска. Хорошо зарекомендовал себя помощник бригадира, комсомолец Георгий Вашилов, только в нынешнем году получивший диплом инженера. Новая плавильная печь введена на проектную мощность и дает продукцию сверх плана четвертого определяющего года пятилетки.